of the ones from long ago. There's an evil that's been dreaming, but now it's softly screaming. From the darkness, their power will grow. Their voices are made of poison. When you listen, you are sure to be disturbed. You can lock your doors. You can say your prayers. No creature can resist their wicked words. Never mind. No need to worry. That's all just a story of the whispers of the old gods. Ну что, добрый вечер, дорогие зрители. Вас приветствует студия Староладри. Я Алиса Митворына. Привет, привет, ребята. Ну что, настал тот момент, когда мы узнаем имя первого участника LAN-финалов SLA лиги, которая пройдет уже очень скоро, в начале июля в Шанхае. Кто это будет, доктор Хиппи или же Джаб? Два потенциально очень интересных игрока, да, в принципе, потенциально, практически они интересные игроки, очень интересные доказали игроки результатами. Вот если Джаб является уже нашим LAN-финалистом, он приезжал к нам в Минск, пробовал свои силы, то доктор Хиппи на профессиональную сцену ворвался не так давно, засветился яркой звездочкой и стал очень интересным игроком. Я думаю, что за него боролись даже мультигейминги, но он выбрал команду Virtus.pro и выступает теперь именно под этим тегом. А вот Джаб не так давно, его команда была расформирована, и теперь он в поиске команды. Так что, мне кажется, для обоих игроков очень важно забрать этот первый слот на LAN-финалы, дабы зарекомендовать себя или подтвердить свой статус. Это действительно так, но я думаю, что и доктор Хиппи доволен своей командой, и команда довольна украинским игроком. Доктор Хиппи из СНГ игроков дальше остальных прошел пока что по турнирной сетке StarLadder и имеет реальные шансы поехать уже на китайский финал. Ну, посмотрим, не будем забегать вперед. Лайнап игроков на ваших экранах. Доктор Хиппи сыграет на Шамане, Чернокнижнике, Охотнике, Маге. В бане у него Разбойница. Стандартный, кстати, против доктора Хиппи бан. Многие отправляют против него именно Рогу в бан. А вот для Джеба мы увидим Вара, Приста, Мага и Ханта и в бане Шаман. В принципе, тот же лайнап, который мы увидели и в прошлой встрече. Для в первых Джеба встречах и Хиппи ловил тот же бан, не играл он на Разбойнице, и у Джаба также был в бане Шаман. Так что эти колоды мы сегодня уже наблюдали. Посмотрим еще раз. Хиппи для меня сейчас, наверное, один из сильнейших игроков даже в мировом дивизионе. Он не просто засветился на отборочных и на самом чемпионате зимнем, но и смог подтвердить свою стабильность хорошими выступлениями после громкого достижения. Полностью с тобой соглашусь. Очень классную волну словил доктор Хиппи. И, ну, тьфу-тьфу-тьфу, пока что все у него получается, дай бог. Пройдет он на LAN-финалы и там тоже покажет хороший результат, но, опять же, не будем забегать вперед. В свою очередь, Джеб, по моему мнению, является немного недооцененным игроком, потому что он не является иконой для зрителей, как многие другие, за счет своей харизмы или яркой игры, или необычных плеев. Джаб является очень спокойным, лояльным и, может быть, где-то даже нейтральным игроком. И не привлекает вот той массы внимания, которую привлекают порой другие, более яркие ребята. Но, тем не менее, он показывает на StarLadder отличную игру, потому что это уже второй сезон StarLadder, где он доходит до серьезной части. В прошлом сезоне LAN-финалы, которые прошли в Минске, он прошел на ланы, здесь же он в шаге от лана. Может, стоит обратить на него внимание другим командам? Так, ну, почему бы и нет? Джаб, напомним, он принимал участие на Близконе, он прошел через американские финалы. Также сегодня уже упоминал о том, что именно Джаб является создателем в свое время очень популярной колоды «Казино Мага». Так что, друзья, те, кто играли на этой колоде, именно этому парню вы должны быть благодарны. Поэтому недооценен, возможно, но игрок, безусловно, очень сильный и показывает. Меня лично он приятно удивляет пока что своими выступлениями на StarLadder. Посмотрим, как
пойдет у него далее. Ну и что, у нас противостояние чернокнижника и охотника. Это Рено чернокнижник у доктора Хиппи и Мид охотник от Джаба. Мы видели, что доктор Хиппи отыгрывает на своем Рено чернокнижнике через Алекстразу, манипулятора, Лероя и ПО. То есть имеет комбинацию. И еще играет и Джараксуса. И еще и Джараксуса играет. Также мы видим, что и Хилл здесь в массе присутствует. Это, ну, и уже стандартный служитель земли, продавец закусок, еще и аптекаря играет. Ну и самый главный – это вот Рено. Конечно, куда же без него. Это та карта, вокруг которой строится колода. Ну и, возможно, здесь... Вот несколько вариантов. Можно разменяться, дать команду взять, можно через дедлик сыграть. Еще все зависит от того, сколько дедликов используется. Если используется два, то сейчас один, в принципе, можно отдать, разменять второе существо и поставить джанглера. Выбирает именно смертельный выстрел, а не команду взять в данной ситуации джаб. Поскольку килл-команд, ну... часто все-таки более универсальный ремувал. Дедлишот очень хорош против тяжелых существ, либо против существ в маскировке. Ну, в маскировке ничего такого нету у чернокнижника. Килл-команд может позволить закончить игру, да. Просто залетарить. Это дешевый спелл с большим уроном. Это немаловажно для ханта, через два килл-команда внести десятку, докинуть какой-нибудь квикшот, и это может быть летал для тебя неожиданный. Так что килл-команд держит у нас джеб, и как отыграет Хиппи. Здесь вариант сыграть через Сильвану. Может, есть вариант, на самом деле, служитель земли и ментальный техник. Чтобы также поменять, ну, стол. Эти просто карты трейдятся со столом, вот в чем дело. Но все-таки Сильвана. Вот таким Сильвана образом... вынудит оппонента отдать, опять же, весь стол или сыграть Морозку. Хороший топ-деглит. Это, наверное, лучший топ-деглит, да, Сильвана. Да, пожалуй, это лучшая карта. И в таком же раскладе все-таки даже Форсир плюс МС-тех выглядел бы посильнее. Но знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Поехал бы в Шанхай. Прямым рейсом сразу же. И, кстати, Сильвана также неплохо играла потенциально под высокогрива. Ты всегда боишься что-то подобное ставить, да. Чтобы не поймать, собственно, чтобы чернокнижник не играл твоим высокогривом. Но здесь Морозка — это, наверное, один из самых крутых ответов под Сильвану. Да, очень сильно смотрится. Ловушка. Аптекарь, хил на 6. И тут придется чистить аптекаря, чтобы не отдавать его в Морозку, чтобы поймать, опять же, Сильвану. А стоит ли слишком сильно идти all-in? Там восьмой ход и может быть круговерть. Нужно поменяться с аптекарем с помощью, наверное, даже собак. И остальным пойти в лицо. Ну, почему нет? Можно задать собак, поражать способность героя. Ну, волка стоит ли? Я думаю, ради двух паучат 1-1 не стоит отдавать волка. Ну, мне кажется, что собаки, размен двумя бульдогами плюс жонглёр пламенем. Отдает тигра, ставит волка и идет в лицо. Вот такое решение. Интересно. Жаб. Очень интересно. Ну и тут... Кстати, и круговерть пустоты-то не обязательно играть. Можно попробовать сыграть через ментального техника, через Аргуса, например. И вот тут вот Сильвана, может быть, тебе еще что-то полезное принесет? Ну, МС-тех плюс Аргус — это вариант. Или же можно попытаться сыграть через ментального техника, сыграть через служителей земли и сыграть через Вестника Рока. А мне вот теперь уже не хочется Аргус убивать. Да, Аргус здесь получше. Сильвану плюс зараженного волка. Хорошее существо ворует здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Зов лесов. Слушай, как знал просто джаб, он выставлял вот такой стол максимум. Именно под зов лесов. Но это как мощно-мощно. И предварительно даже можно вскрыть волка 4-3, чтобы получить два паучка, ну, чтобы заролить Сильвану. Да. Чуть получше для себя. И разбиваем Сильвану и угоняем Мишу. Это нет, будет один очень бульдог ярко. Ушел, есть возможность
даже его убить или оставить. Нет, трейд, естественно, будет не с собакой. Нужно ли вообще здесь трейдиться? Вот в чем вопрос. А вот ход все равно для тебя не плюсовый. Очень много мелочи на столе у доктора Хиппи. Он без проблем вскрывает морозку, трейдит стол. И при этом восьмой ход, у него 17 здоровья. И в принципе ты не ведешь. Потому что стол не за тобой. Не, но все равно это лучший топ-дек для джапа, это безусловно. А тут еще интересный момент. Теперь уже фриза играет против тебя. Чтобы, ты, чтобы не вернул твой оппонент и МС-тех, и защитник Аргуса. Ну, защитник Аргуса все-таки хуже. Поэтому джаба приходится меняться. Умирает. Здесь возвращаем ментального техника. Играем ментального техника. Или же это, по твоему мнению, слишком накладно по мане. 5 маны будет стоить ментальный техник. И каков шанс, что ты заберешь именно что-то сильное по типу Миши или Леока? Леок, кстати, также неплох, чтобы усилить свой стол. И это, смотрим, Миша? Это Миша. Ну, отлично. Пока что ментальный техник для доктора Хиппи. Жаб даже тут. Улыбается доктор Хиппи, горит там немного джаб, судя... Ну, немножко так обмануло бывает. Ну, совсем немного. Это же Хардстоун. Так, питомец. Еще и собаки. Это второй Леок и собаки под двумя Леоками. Шикарно. И при этом команда «Взять» дает возможность избавиться от Миши. За счет двух собак ты трейдишь стол, и два существа отправляются в лицо. 12 на столе. И думает, трейдится или нет? Ну и в лицо прописывать, ну, не особо хорошая идея. Потому что Рено. Ну, видя руку доктора Хиппи, можно сказать, что джаб уже проиграл, по сути. Не хватает для Хиппи только, вот, знаешь, какого-то дешевого, но мощного ОЕ по типу Шадуфлейма. Но у него есть круговерить, на крайний случай. Нужно дронуть карту еще с Ликотвер. В Леока удариться. Даже играет Рено. Псалов даже отдает сейчас нас. Разрушитель чар. Мог через лик подругаться, но... Псарь. Неплохо. Можно засейвить одного Леока, дабы разменять разрушителя и забрать менталку. Ну и обилка. Ну, фулфей здесь. Ну, понимаете уже, что нужно бежать вперед и стараться залеталить оппонента. Иначе шансов не будет. Да тут на самом-то деле и так, мне кажется, шансов немного, потому что джаб, что, он использовал один хороший топ-дек, Зов Лесов, он сыграл одну команду «Взять», он сыграл два питомца, ну, Зов двое Лесов собак. Еще одна копия в колоде. То есть Зов Лесов, Слейта и еще два высокогрива. Ну что, время для круговерти и Вестника Рока даже, возможно. Ну просто с Леоком 5-6 ты эффективно не трейдишься. Ты отдаешь два своих существа. Ну, там формально выживает Рено, но да, это, как говорят, пустоты. Вот это выглядит интересней, как ни крутим. Обилка. Олег не будет выставляться. Ну, теперь поехали. Дракон. Еще и вытягивание под высокогривом. Боюсь, что здесь действительно у джеба нет шансов. Огненный нетопырь — это явно не та карта, которую хотят видеть сейчас джаб. Может быть, высокогрива сейчас? Нет. Ой, ну это прям, я не знаю. Алекстаза просто посмотрела на летучую мышь так свысока. Так ты вообще кто тут? По-моему, она даже не заметила, что что-то пролетало мимо. 1-0, доктор Хиппи побеждает на чернокнижнике. Как-то на самом-то деле у джеба чуть-чуть бомбануло. Вот слегка на ментальном технике. Ну, было видно, он эмоции проявил и прожал, опять же, реплику на героя. Он, по-моему, даже не усидел, он там слегка сместился, устроился поудобнее. Джаб просто, видишь, у него такая мимика лица, что ну, он нечитаемый, не видно, когда ты... Он не такой совсем непроницаемый, как, например, Осткака, допустим. Но или вот Хоя. Ну, Хоя, да, тоже. Но видно, вот видишь, сейчас он немножко поднервничает. Заметно, что... Нет, ну, кстати, тут полностью поддерживаю. Если прошлую партию, которую он играл, он был абсолютно хладнокровен и спокоен,
то именно эту встречу видно, что mm-hmm. Джеб вот в напряжении, что ну, буквально один матч его отделяет от ланов. Mm-hmm. А лан в твоей копилке — это предложение от команды. И в такой ситуации, как у него, это безумно важно. И какая же рука у Хиппи? Трок! Неплохо. Ой, ну, это вообще неплохо. А в свою очередь доктор Хиппи тоже, я бы причислил его к тем игрокам, которые, ну, невозмутимы, то есть не проявляют он никаких эмоций. И, насколько я помню, после, опять же, поездки в Лос-Анджелес и чемпионата Европы, где, напомним, украинский игрок занял второе место, уступив только своему ныне тиммейту Найману, он говорил, да как-то вообще не почувствовал. То есть у него не было, знаешь, волнения там какого-то. Он потом мне говорил... Он почувствовал вот этот фидбэк только тогда, когда уже вернулся в Украину. Угу. Когда он осознал, что он выиграл деньги и как все ну, сложилось для него. И, кстати, касательно невозмутимости, я согласна, у него также есть интересная особенность. Он всегда радуется топ-декам и проявляет эмоции в нужный момент. То есть от него супер эмоциональности не дождешься, но тем не менее у него мимика достаточно живая, и в целом ты ощущаешь от него фидбэк. То есть что он присутствует в кадре, что он играет. Вот опять же, Джаб тогда занервничал, а Хиппи улыбнулся при ментальном технике. То есть хороший обмен эмоциями. Ну, когда все складывается хорошо для тебя, то... Грех не улыбнулся. Грех, да, ему не показать это как-то. А вот... сохранить невозмутимость в плохой ситуации для тебя, это, конечно, большое искусство. Ну что, здесь есть возможность с помощью сектантки, ученицы и чародейской вспышки разобраться с тоннельным големом. Чаромет убивает тоннельного трога. Плохая карта, кстати, от чаромета для доктора Хиппи, по сути, бесполезная. Усиливаешь своего демона и даешь кристалл оппоненту. Ну да, демонов не наблюдается в колоде шамана, ну, и слава богу. Слегка. Я еще представила еще этого шамана на демонах и просто демонов в ужасе. Демонов бы не помешало. Слушай, а если смиксовать чернокнижника на демонах и шамана? Ну, жуткий можно... монстр получится. Ну да. Отличный, кстати, флейм-тотем в размены уходит Хиппи. И, к сожалению, не удается поставить еще и нечто из глубин. Было бы совсем великолепно. Но можно играть, я не знаю, этого Иллидана. Иллидан же демон. Нейтральный. Ну и для Джеба неплохая рука. Есть ремувалы, есть существа. Присутствует лейтгейм. И он выступает первым номером. Он ведет игру, и уже доктору Хиппи приходится обороняться. Тускар, нечто из глубин, теперь мы выпускаем уже за 0 маны. И в идеале хотелось бы тотемного голема. Второй раз, по-моему, Тускар приносит тотем на силу магии, который, ну, ну да, бесполезен. Не самый пожалуй. Лучший дроп в данной ситуации, это точно. Ну а тут красота, поджигатель, и меслы. Поехали стрелять. У Хиппи... Можно еще и... Видели ли мы у Хиппи грозу? Она должна там быть. Она должна быть, но не видели. Но не видели мы ее. То есть, возможно, что она в одной копии используется. Ох, вот это просто Ну, нет. Почти. Ну, вот почти. Но все равно если неплохо. Бы еще Тускар погиб, это было бы, ну, невероятно. Фу, зачистка от Джаба. И сильно подставляется под грозу сейчас у нас Джеб. Грозы нет. И рука useless, как по мне. Mm-hmm. Тратит хекс в поджигателя. Тотем 1-1, сквайр. Кстати, чучело под жабу-то ничего зайдет? Нормальное чучело. Отличное чучело. Это блеф на отраженную сущность. Но там написано, на самом деле, на секрете, если быть откуда? Внимательным. Откуда? Да, откуда? Этот секрет? Да, ну, формально даешь... там может быть все что угодно. Ну а что придет? Какое? Манекен-мишень ставлю на я не знаю, карту. Давай смотреть сейчас. И это у нас суперэффективное чучело.
Нет, это огонек. Огонек. Это лучше, Лишь чем... Неплохо. Ну, ты 0-1 превратил в 1-1. А были у тебя ситуации, когда ты игнорировал на арене Виспа, и весь чат просто был в ярости? Как так? Не взять Виспа 1-1? Берешь Виспа, выигрываешь. Нет, я любил на арене, знаешь, какую карту? Как же она называется-то, боже ты? Стату и эффекты ее просто. Так легче. Я забыл, что-то я... Ой, боже, все, я вспомнил про Алену, не хочу. Ой, все, да? Да, что-то я... Рынок сломался, несите нового. Тут рыцарь громового утеса. И размен лазурки. Провокация, неплохо. Да, весьма неплохо, тут выдали трог. Ну вот здоровья маловато для того, чтобы камбэкаться. Если сейчас Рагнарос начнет стрелять по воробьям, хотя это маловероятно. В трейд уходит сейчас провокация 2-2. Ты можешь уменьшить количество таргетов. Трога убираешь, и... убираешь сквайра, и тут 50 на 50. Либо в лицо, и ты следующим ходом леталишь, либо рыцарь громового утеса. И... Любое попадание на тебя будет хорошо. Это, пожалуй, лучшее попадание. Ответа нету на Рагну. И это победа Джаба, он выигрывает на темпомане. И, кстати, это важнейшая победа для Джаба. Избавляется он от темпомага в своем лайнапе. И опять он показывает хороший заход. Ну, не такой, конечно, как против Тайса. Там прям, тут но там вообще нет слов. Все равно весьма неплохо. Я вспомнил название карты, это Магмовый Яростень. А, вот это замечательная карта, да, 5-1, великолепная, да? Тройка, 5-1. Очень агрессивный дроп. Всегда выбираю эту карту на арене. При встрече с магом, там... Да. Маг такой, отличный ход, неплохо сыграно. Но да ладно. Сейчас на самом деле очень сильно сместился баланс на арене, так как я, ну, арену играю очень редко. Я не смогла прочувствовать в полной мере, но из-за пробуждения древних болгов, ну, баланс больше, сместился. Да, больше рандома, баланс смещен. Много интересных карт. Некоторые карты я вообще встречаю только на арене. Вот, и все эти карты порой не припомнишь, если мало их играешь. То есть сейчас стало интересно играть арены, тот же ладдер. Каждый выбирает под себя, наверное. Можно еще потасовку сыграть или легенду в вольном режиме взять. Ну, это прям совсем... Там, я слышал, человек 200 играет. Да? То есть там шанс взять легенду выше? Ну, формально, да. Мне кажется, это неплохой стимул для начинающих игроков попробовать свои силы в вольном режиме. Ну что, у нас противостояние охотника и жреца. Огромная жаба у доктора Хиппи в ответ ловит вестника Рока. Здесь морозка. Есть как раз время для розыгрыша секрета. Ну и рука-то для приста очень... Даже вкусная. Четвертый дроп бы найти. Тень, вот, например. Только про нее заговорили. Тень топовый, конечно. Юнит с куратора, опять же, под колоду Джаба. Тень, которая воскреснет, во-первых, принесет при смерти тебе карту твоего оппонента. И еще раз ты копнешь Зота. Сейчас. Да и статы, в принципе, у нее вполне неплохие. Я как-то поднимала эту тему, что тень практически всегда заходит с раскопки. То есть сколько мы смотрели, там же выше шанс пуле... найти классовую карту. Угу. А по сути... Мы еще шутили, что это, знаешь, прописанная такая скрытый скилл, как у Вара на оружие. Нет, так а смотри, ты один из трех и обязательно существо с предсмертным хрипом. У жреца с предсмертным хрипом только тень. То есть, ну, шанс очень высокий, действительно. Рука у Джеба как раз такая, чтобы противостоять агрессии. Здесь я у Кинайка с Цохом, и Харрисон для снятия оружия, и жрица, чтобы убрать вражеское существо. То есть, в целом, ну, Хиппи две команды взять, висят мертвым грузом. И тут, конечно... Пастух тоже сыграл не лучшим образом. Так. Левский Элек проигрывает поединок. Личинка... сильнее музейного куратора. И тундровый люторог с рывком, который сейчас может разменять Аукинайку. Или все же это будет волк обилка или волк жаба. Можно вообще сыграть супер пассивно через команду взять и обилку. На следующем ходу ты сможешь сыграть или команду лягушку. Просто если играть команду, то
Ну, ты под следующий ход можешь с рывком использовать свою жабу. Угу. И сразу разменять. Но это все как-то... Все не очень хорошо. Когда ставить ты отбиваешься волка, от приста на пятый ход... То это, в принципе, то это, в принципе, звоночек, плохо. Звоночек. Все-таки играть через зараженного волка и способность героя. А здесь есть возможность разбить волка, убрать пауков. Можно даже одного паука забрать с помощью темной жрицы. Конечно, прям таргет-таргет под темную жрицу. Ну, но за неимением другого приходится убирать паучка один-один. И высокогриф, шикарный топ-дек. Потому что здесь-то и нет ответки на высокогрива. Но будет ли хиппи его ставить? Потому что ставя высокогрива, ты рассчитываешь всегда на погребение или на слово тьмы смерть. И тебя это откидывает очень сильно назад. То есть если вот ты идешь через высокогрива, это, ну, в некоторой мере all-in. Ну а какой ход еще с другой стороны? Тандрина и лягушка. Тоже плохо. Ну, формально, просто, опять же, играя люторога, ты боишься отдать под вторую кабалку. Тоже вот этот люторог против жреца. Все-таки высокогриф саванны. Нет здесь вариантов. Пауки, найка, обилка, лег, размен. Все равно гиена. Одна гиена остается. И здесь можно уже раскинуть команду взять. Ой, второй люторог. Забрать аукинайку, забрать жрицу, дать жабу. Два килл-команда в лицо, обилка, гена в лицо. All in. Ну, против приста с флешами. Не прокатит. Да, это, конечно, маловероятно. Но, тем не менее, пытается здесь хиппи перевернуть игру. Здесь воруем доброго люторога. Хилим жрицу. Или вот люторогом размениваемся, подхиливаем, идем в лицо. Слушай, классно для джаба отыгрывает его прист. Действительно сильно. Обычно, знаешь, вот эти присты, когда их выбирают на турниры, часто можно видеть ситуацию, когда, ну вот, является эта колода каким-то вот камнем преткновения, ты пытаешься там натужно как-то победить. Мы даже приводили винрейт в рамках последних турниров. Прист, ну, был одним из самых слабых. На весенних классов. Европейских отборов 27% винрейт. Это просто ужас. Но чтобы ты понимал, для джеба на профессиональной сцене за приста зарегистрировано всего 5 матчей. И при этом у него на нем винрейт всего лишь 20%. То есть вот он только сейчас начинает выигрывать. Только сейчас начинает выигрывать на присте. Но лучше поздно, чем никогда. Никогда, это безусловно. Ну и сегодня, по крайней мере, этот жрец играет очень здорово. Да, и этот жрец хорошо показывал себя на протяжении двух групповых этапов для джеба. Так что этот пик для него оправдан полностью. И только он решился на приста, и только его прист показал такие результаты. Ну а доктор Хиппи там еще сравнение проигрывал через Элека, но не зашло так не зашло. Сейчас мы посмотрим следующее противостояние. Джеб выбирает у нас темпу Вара, а Хиппи, по-моему, там продолжает играть на ханте. Нет, Хиппи выбирает шамана у нас. Да, это свап шаман произошел. У шамана, кстати, неплохие шансы против темпу Вара. Отвоевываешь раннюю игру, лейт-гейм контролишь или просто до лейта заканчиваешь. Ну, с таким партию заходом шансы действительно неплохие. Посмотри на эту руку, просто рука мечта. Бога. Ну, Харрисон, на самом деле, ну, Харрисона нужно оставлять, но он выглядит даже где-то медленно, возможно, но против воина ты не можешь на мулигане эту карту сбросить, и тем более с таким стартом, когда у тебя есть просто все, что нужно. Туннельный трог, темный голем, затем жонглер. Еще и духи заходят. По лицу джеба было видно, что он напрягся, потому что он увидел, что оппонент вообще ничего не скилнул. Ну да, это, а это означает, значит, что там рука, ну, просто лучше готовься. Некуда. Джебу грех жаловаться, опять же, после его темпомагов. Темпомаг, особенно против Тайса, это что-то неприличное даже было в какой-то мере. Тотемный голем для Хиппи и поход в лицо.
Что спасает ситуацию для Джеба? Оружие, наверное, 3-2. Зайдет очень неплохо. Оружия нет, разменов нет. Придется отдавать кровь и гной и экзекьют. Медленно. Ой, не в то ты существо убиваешь, по-моему. Сейчас такой трог. Экзекьют отдал. А вот, вот и гроза. Гроза. Ну что, монета духи дикого волка, размен с Армор Смит. А почему нет? У тебя останется два кристалла на следующем ходу. Можно будет разыграть либо Жонглера, либо Тотем Языка Пламени. Казнь одна улетела. Я согласна с волками. Есть очень крутой старт для Хиппи. С тем же Флейм Тотемом они очень неплохо работают. Плюс сейвят трога. Отличный ход, без сомнения. Здесь Акалит. Акалит это медленно. Вурдалак тоже. Ну, вурдалак позволит себе только разменяться с одним волком. Тут, наверное, даже Акалит все-таки лучше выглядит. Нет, вурдалак. Окей, потому что вурдалак может повоевать со вторым волком. Хорошо. А может быть здесь даже через жонглера пламенем сыграть? Но если он промахнется, это, конечно, не самое приятное. Сыграть через тотем. Можно сыграть через тотем и вообще в лицо пойти просто. Да, это агрессивный ход, но с другой стороны, ну а чем тотема забирать? Слэм плюс второй какой-то вурдалак. Ну, это, пожалуй... ПВ, может быть. Даже трога отдает жонглер. Нежадно играет доктор Хиппи. Ну, сливает раненое существо. Мне нравится этот ход. Это реально нежадно. Можно было, знаешь, вцепиться в этого трога и качать этого трога. И просто трога. У тебя еще на руках пламенный безликий, у тебя гроза. А вот тут, кстати, смотри, хочется пламенного безликого поставить, а с другой стороны, не нужно давать карт своему оппоненту. Поэтому, может быть, лучше все-таки Способность флейм тотем сыграть. Героя и тотем языка пламенем. При этом, если еще больше. Зайдет тотем на хил, будет все вообще будет шикарно. Таким образом, это ты же Бладлас шаман. У тебя синергия на тотемах, у тебя нечто из глубин рано или поздно появится в руке, ты разыграешь его дешевле, прожимая способность героя. Появится рано или поздно. Рыцарь Громового Утеса, у воина нету потасовок в этой колоде. То есть тебе очень важно занимать стол даже вот этими не самыми эффективными тотемами силы героя. Они до поры до времени, знаешь, неэффективны. Конечно, через Bloodlust это очень круто усиляется. Если против контроль вары обычно это такая себе затея, и против других классов с хорошими с колодами, с хорошими масс-ремувалами, то, конечно, против темпа вара это отличная идея. Храбрец, армор. Ну, тут уже ничего Джаб не может сделать. Надежда, наверное, на лейт только. Будет ли отдавать сейчас Хекс? Primal Fusion. Еще ты можешь сыграть еще тотем. Пламенного. И бафнуть одно из существ на 3-3. Угу, и разменяться просто, не тратя Хекс. Даже так и пламенного безликого, да? При этом ты не теряешь свое существо 6-2. Баф на 2-2, размен с храбрецом и пламенный безликий. Выбирает более сильное существо на столе. И теперь уже дела Джаба очень плохи. Кровь и гной, вурдалак для того, чтобы забрать 6-1. Грустно, конечно. Выглядит игра здесь для Джеба на топ-деках. Пришло время грозы. Тотем гроза. Я согласна с грозой здесь. Еще СПД. Железная зачистка. Вносишь дэмэдж, не теряешь контроль стола. Хекс держишь на Рагнароса. Ну и в целом это должна быть победка для Хиппи. 11 единиц здоровья у воина. Рагнарос. И только попадание в пламенного безликого тебя хоть немного, но сейвит. Это очень быстро закончилась партия. Промазал, Джеб сдается. Промазал Рагнан. Классный заход для доктора Хиппи. Хорошее продолжение. Опять же, правильные решения по ходу этой партии.
не жадная игра, не стал он держаться действительно за трога. Ну и порядок захода карт. Трог, тотемный голем, духи с монетки. Ну, на самом деле, идеально. Могло быть чуть лучше, ну, совсем. Это поднятие, например, нечто из глубин. Но это было бы уже читерство. Поэтому заход для доктора Хиппи был очень хорошим. На самом деле. Ну и самое главное, что принес этот заход победу. И тут остается два ханта. Маг еще и фризмаг для доктора Хиппи. И там для Джеба еще один класс. Ну, игроки уходят в Mirror Охотников. Ну и какая же рука у Джеба. Это просто мечта. Да, неплохо. Вся ранняя игра. Ну, видели мы уже подобный матч в противостоянии доктора Хиппи и Кранича, когда у Хиппи был более тяжелый старт в Мирре Охотников, у Кранича наоборот был. Вот, ну, похожая ситуация. У него, если я не ошибаюсь, у Кранича еще лучше старт был. То есть у него были там две тройки, была... Два высокогрива так померились силушками. Так, ну, я, кстати, только хотела сказать, отличала встречу доктора Хиппи Кранича против доктора Хиппи Джаба, что вот эту всю раннюю игру Хиппи отконтролил вестником Рока. И тут этот вестник Рока заходит. Повтор, по сути, этой ситуации. Ну, давайте смотреть, сможет ли Хиппи опять перевернуть игру в свою пользу. Там шикарно сыграло два топ-дека Зов Лесов. Миша, здорово. Наверное, лучшее существо в Мироре. В ответ огромная жаба и огненный топырь. Ну и четвертого хода не для Хиппи. Нужно что-то поднимать. Есть, и это личинка. Личинка, либо скорострельность. Скорострельность тебе, ну, не знаю, помогает ли. Может, в лучше принципе, личинку в принципе, забрать, помогает. Топыря. Но играя личинку, ты гарантированно ставишь, ну, почти гарантированно, шанс очень высок, что останется на следующий ход зверь на столе, и ты сможешь сыграть пастуха с боевым кличем. Ну и плюс личинка — дополнительное существо, которое распределяет хрипы между собой, да. Не топыря, не, и личинка, с жабой. Личинка хорошо смотрится. Не топырь. И умирает. Хороший, опять же, размен правильный с летучей мышью. Здесь четвертый ход. Есть возможность зачистить с большой долей вероятности. Квикшот в Мишу. Ну, два шанса есть, кстати, на зачистку. Поставить жонглера, да. Посмотреть, куда плюнет. Ой. Отлично. Теперь уже пастух не сыграет здесь, но есть тигр. Тигр. Отлично смотрится. Хорошо заходит. Тигр не умирает с команды взять. Так что это прям лучшее, что могло быть. Ответ питомец. Это левок. Мне кажется, что это слабое существо. Наверняка хотелось бы видеть Мишу или кабана, чтобы внести дэмэдж. Так, теперь есть возможность сыграть через пастуха, либо сыграть через квикшот, размены выставить зараженного волка. Мне второй вариант, наверное, даже больше нравится. Для того, чтобы вернуть себе контроль стола, да. Согласна. Скорострельность. Жонглёр пламенем погибает, зараженный волк. А тигр меняется с леоком. Тебе некуда торопиться с пастухом. Ты в дальнейшем получишь контроль стола и можешь реализовать этого пастуха. Сейчас нужно повыставлять чуть более гарантированные существа, которые хорошо размениваются. Полностью с тобой соглашусь. Здесь Миша и огромная жаба для Джаба. А вот Хиппи получает высокогрива в руку. И теперь есть опять же опции. Но, наверное, вот не знаю, что сейчас выберет. Пастух смотрится интересно, потому пастух, что это два существа. Героя. Чтобы распределить там хрип жабы. Высокогриф все-таки более надежный вариант. Ну и, безусловно, будет трейдиться. Сейчас морозная ловушка была бы сильно неплохо выглядела бы для Джаба, но нет. Пора идти в лицо, бак, наверное, здесь. Царь. Идти в лицо, разменяв два паука. И Зов Лесов. Тот самый шикарный топ-дек, который был в прошлой партии против Крайнича, здесь также отыгрывает, ну, наверное, лучшим образом. Как же сильно этот спелл меняет
баланс сил. Угу. Так, Дедлишот. Ну, на самом деле, хорошее попадание для доктора Хиппи даже. Угу. По сути, ну, стол... Ты убил формально сильное существо, но получил две гиены, которые получают баф от Леока. Это тоже весьма неплохо. Ну, теперь и время пастуха для того, чтобы закрепиться подожди, на столе. Подожди, он на 10-м ходу сыграет... Люторога и пастуха? Да, но Люторога он сейчас, я думаю, сыграет. А вот еще и второй. Тамбурина. То есть прям совсем солидно так зайти. И поехали. Да. Жаба. И Олег получает рывок. Это, похоже, 3-2. И сдается джаб. Шо? Следующего хода не будет. Так мы не увидели дроп с пастуха. Ай-яй-яй. А жаль, а так хотели. Не думает доктор Хиппи о зрителях. Мне кажется, что он думает о Шанхае, о самолет. Одна победа его отделяет от того, чтобы стать первым, участие... первым финалистом СЛ Лига Стар Сириас сезон второй. Это престижно. Такой сидишь, я первый лан-финалист, а вам еще предстоит посражаться? За право сыграть со мной. И доктор Хиппи выступает на своей сигнатурной колоде. Это фризмаг. С хорошим заходом. На данный момент я могу сказать, что это хороший заход для фризмага. Ну и сегодня мы уже в третий раз смотрим за противостоянием фризмага и охотника. Дважды охотники были сильнее. Посмотрим, как сложится история в этот раз. Но тут хорошая рука для Хиппи, добор, хорошая игра на опережение. Есть айс-барьеры, что выигрывает тебе время. Если и дальше будет подвозить, то шансы очень неплохие. Но ты верно отметил, что сегодня по результатам фаворитами партии являются ханты. Они выиграли 2 из 2. Вестник рука всегда есть у Хиппи в руке, вот просто. Причем неважно, на каком классе он играет. И как же классно сбивает эта карта вражеский темп, забирает существо. Дальше продолжение это... Служителя боли выбирает боли. Хиппи, вынуждая играть лук, если он есть, а он есть. Прям... Еще не успел даже в руку прийти джабу. Как он уже сразу его сыграл. Же на место отправляется. Вестник Рока приносит интеллект чародея. И еще и копье здесь. В целом у Хиппи, конечно, отличная ситуация. Есть время, есть много карт. А барьеры пока не сыграны. Жонглер пламенем, личинка. И сейчас, возможно, даже айс-барьер пойдет. Нужно продолжать перебирать колоду, возможно, инженер-новичок и... Барьер. Барьер, либо будет уже как-то... Факел можно факел сыграть. Отдавать. Для того, чтобы, опять же, замешать улучшенный факел. Факел и после этого добрать карту инженером-новичком. Думаешь, рановато барьеры играть? Ну, посмотрим. Интересный менеджер. Найти бы ТУ Рисана, вот, возможно, в свете этого и стоит играть именно... перебор колоды, чтобы найти Таурисана, поставить Таурисана, и под такой рукой ты разметаешь ханта. Проблема в том, что ты эффективно никак не убираешь личинку. Нет, масса уйдет. Отдавать фаербол, ну, как-то совсем уже выглядит нецелесообразно. Ну, мне нравится несколько ходов. И факел, и добор нормально, и ледяная преграда, и инженер-новичок тоже выглядят в целом адекватно. Вариантов здесь для Хиппи несколько. Играет через ледяную стрелу. Да. И выбирает он что-то третье. Совершенно иное. Это айс-барьер и стрела. Псарь. Да, ну вот. Теперь уже с помощью огненного шара и... способности героя. Надо будет добирать эту личинку. А то что-то как-то сильно выглядит. 4-7. Ну да, неприятненько. И Таурисан. Слушай, я прям призыватель. А вот Таурисан это весьма неплохо. Сюда бы Флеймстрайк и Близзард. Или хотя бы Фростнову, чтобы иметь план Б, если ты немного упустишь контроль за игрой. Таурисан появляется на столе. И будет... Словит он команду взять. Да... Причем в кривую маны идеально вписывается волк. И продолжает нестись в лицо у нас джеб. 16, даже 13 здоровья остается у Хиппи, отдается лук. Лук орлиного рога в руке.
Да. И сейчас уже нет смысла... Хотя можно попробовать сыграть через Вестника, дать факел, попытаться что-то заморозить копьем на зачистку. Но сколько же ты всего отдаешь? Или сейчас рискнуть... Инженер-новичок приносит второе ледяное копье. Ну и рассчитывает здесь хиппи, может ли Вестник почистить. И даже если он примет урон в лицо, он сможет камбэкнуться с помощью Алекстразы. Это себе в лицо уже. Кровавый маг Талнас. Фаербол на 7, и факел будет забирать псаря. Не стал отыгрывать через Вестника, гарантированно плюс морозит, почистил стол. Зараженного волка с помощью ледяного копья. Максимальный сейф. А здесь кода. Кабан, ну, ничего не дает летало. Луки, опять идем в лицо. Либо будет трейд с Талносом. А что ты боишься от Талноса? Флеймстрайк на 5? Лучше не мешать дэмэдж. Тут прям самое оно, самое вкусное. А здесь флеймстрайк. На 5. Неплохо, но проблема в том, что одного паука ты затрейдишь. Остается паук, и это 6 дэмэджа. И ты 4 офф. Но если ты это переживешь, если бы докабы... Плохой топ-дек будет для оппонента. Но это 2 квикшота. Одна команда взять. Можно заролить с питомца кабана. Может быть, зов лесов. Но здесь нужно рисковать. Ну, в теории это может заморозить даже лицо. Лучше лицо, да. А вот теперь летал... Ну, даже команда взять не давала бы тебе летал. Плохой топ-дек, морозка. Ловушка, выстрел. Ну вот под Алекс, кстати, может сыграть в этом случае. Мало здоровья для хиппи. Айсблок зато есть. И айсблок, и Алекстраза, и айсбарьер. Ну можно сыграть сейчас инженера-новичка, не играть пока что Алекстразу, поискать карту. Это снежная буря. Ну, играешь ты Blizzard, тебе... Ты погибаешь. Не, надо играть 2 секрета и играть Вестника Рока, я думаю. И если выгорит, то переворачивать. Ну, присоединяюсь, что все же ход через 2 секрета Вестника — это... Так, ледяная глыба, Вестник и... Убирает паучка. Угу. Говорит, срывай. Он разводит либо на сейф стола Вестника Рока, либо на срыва из блока. Причем не знает, хитро, какой секрет сейчас. Джапа даже отдает Элека. Элек проигрывает сравнение. Пустая рука у охотника. Причем сейчас морозка снимается гномкой и выходит Алекстраза. И смотри, не, я из блока не срывая из блок. Очень грамотный развод же, от хиппи, если можно так сказать. Как же он играет, друзья. Отлично отыгрывает. Ничего не скажешь. Причем ты комбинируешь Алекстразу еще и с айс-барьером, и тебя этот хант ну никогда не пробьет. И пустая рука у охотника. И ты избавляешься от морозки сейчас. Плюс ему что-то надо с Алекстразой еще делать. И то, что да, есть возможность... вскрыть ловушку, это тоже очень важный момент. Ну, отличный. Отличный момент создал хиппи. Может, он вообще Алекс на оппонента думает играть? А что по дэмэджу? У тебя только 6 факелов. Хотя не, надежнее на себя. Просто как? Вернуть 10, плюс 10 единиц здоровья. Еще есть и ловушка. Может быть, секрет, он думает, есть... стоит еще потянуть? Не-не-не, Алекс точно нужно играть. И смотри, играет... В лицо даже оппоненту. Воу. И айс-барьер. Ну, кстати, это... Агрессивный ход, а здесь тигр. И тут печаль. Угу. Беда, ты не вскрываешь. Айс-блок. Айс-блок.
и получишь сейчас 8 в лицо. А что бы делал Хиппи, если бы здесь была команда взять и айсблок слетал? Ну, грустил бы, я думаю. Неожиданно. Смотри, пожалуй, что происходит. Боже ты мой. Кобальт и Кобальт, Близзард. О, МГ. Просто аплодисменты стоя. Просто минус должен волк. Эту игру закончить именно зараженный Кобальт. Просто жесть. Так-то пришлось бы тратить факел, допустим, да, и стол ты ну, никак бы не замораживал. А так ты чтобы играешь сетапить, летал. Кобальт, ты играешь Близзард, идешь на 8 Алекс в лицо, следующим ходом просто Все, добиваешь. Все, это победа Хиппи. Вау. Говорят, что у Хиппи дисконнект. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно. Боже ты мой. Нет, ну на самом деле... Не-не, все хорошо. Все-все-все, продолжил играть. Ху, это был на самом деле очень жесткий момент. Он не играет через Кобальда, видимо, времени не оставалось. Главное, что он успел сделать равно. Ход, потому вот что это был бы... могло и быть все. Очень неприятно. Консита джаба. Ну что, поздравляем первого лан-финалиста Star Ladder SL iLeague Star Series Season 2. Им становится доктор Хиппи со счетом 4-2. Он обыгрывает своего оппонента. Опа, X2 нам доктора Хиппи решили показать. Очень сильная игра. И представь, какой вот момент, когда у тебя формально уже победа в кармане, дисконнект и нет летала. То есть в такой ситуации судья должен был назначил бы переигровку. Потому что формально по... ну, в рамках правил это должна была быть переигровка. Ну, формально да, если бы очень сильно мошнил оппонент. Не, ну а как, ну что значит мошнил? Ну что сказать, ну, я его убивал в два хода. Если бы он уперся и сказал, что вот там формально он меня не убил, на руках вот под ноль не было летало. Но да. Логически мы можем довести, что в принципе победа была бы за Хиппи. Ну, и хорошо, что не хорошо, пришлось что решать этот момент. Больше нет всего рады ситуации. Наши судьи наверняка. Это безусловно так. Просто объясню вкратце для наших зрителей. Когда вот складывается подобная ситуация, когда происходит дисконнект одного из игроков, то ну, по общепринятым правилам назначается переигровка, как правило. Победа одного из игроков может быть назначена только в ситуации, когда у тебя летал на столе этим ходом. И, как говорится, Хиппи, я думаю, там пару полотенец-то. Ну да, я кстати, обратила внимание на веб-камеру, что у него как-то так, знаешь, очень странно забегали глаза. Это, видимо, было в тот момент, когда он дисконнекнулся и пытался быстро зайти. Ну что, поздравляем его. Очень классная игра, Хиппи, просто большой молодец. Хиппи невероятно круто отыграл. Он начинал с квалификаций. Он прошел все квалификации. Он прошел по своей группе по винерам. И в втором групповом этапе также прошел по винерам. То есть формально это такая, знаешь, легкая прогулка, ни разу не падал в озера. Ну, у него были очень сложные оппоненты. Мне кажется, что вот это легкий проход по группам – это его заслуга. Ну, это показатель его силы. Очень крутой сейчас уровень игры показывает молодой украинский игрок. Ну и желаем удачи доктору Хиппи уже на лан-финалах SLA-лиги, которые пройдут в начале июля в Шанхае. Ну и будем переходить, наверное, к следующему матчу. А следующая пара – это Тайс и Кранич. И эта встреча также будет очень жаркая, друзья. Так что далеко не расходитесь. Мы уйдем на небольшой перерыв и вернемся к вам очень скоро.